Ходунки на перегонки. В одном из городских торговых центров сегодня прошел забег малышей. Его участниками стали младенцы до 1,5 лет. Им впервые самостоятельно нужно было преодолеть дистанцию в 6 метров. Куда привели первые шаги без родителей, увидела Анжела Брик. Перед стартом обязательная разминка. Желающих помериться в скорости так много, что их пришлось разделить по возрасту на 8 групп. Каждому участнику нужно преодолеть 6 метров. Для тех, кто и ходить толком не умеет, путь до финиша кажется бесконечным. Он должен пройти ее самостоятельно, причем в середине дорожки будет лежать предмет, там бутылочка, кружечка. Он должен ее поднять и донести до конца трассы. И сделать это быстрее всех. То есть те, кто идет за ручку с мамой, те, кто взял бутылочку и сел, они, получается, уже не претендуют на победу. И только самые сосредоточенные и упорные добираются до финала. Первыми на дорожку выходят самые юные бегуны – младенцы. Они делают робкие шаги не только по этой дорожке, но и по жизни. Сил добавляет группа поддержки – родители, они же и тренеры. На старт! Внимание! Поехали! Поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем наших юных чемпионов. Многие участники на турнирах не новички. Соревноваться они начали еще до того, как стали ходить. Уже преодолевали эту дистанцию ползком. Тогда Соня была третьей, но, встав на ноги, улучшила свой результат до серебра. Я прочитала тогда регламент. Я, в принципе, не тренировалась. Думаю, ну сегодня на всякий случай попробуем дома. Попробовали, у нас все получилось, все нормально, она берет. Единственное, что она здесь замешкалась, много народу, много людей, и она так засмотрелась. Вот. Но так-то, в принципе, дома-то нормально, все получалось, у нас все хорошо. Победа среди младенцев досталась самой тренированной спортсменке. Участвовать в соревнованиях Марьяна начала еще будучи в утробе мамы. Потом ползла к финишу ползком. И вот, наконец, оказалась не только самой быстрой, но и сообразительной. Сегодня по коридору прошлись, ставили ей любимую игрушку, телефон, любят дети брать. Ну, в общем-то, прошла дистанцию. Но коридор у нас поменьше в 2 раза, чем эта дорожка. Ну а награда понравилась родителям даже больше, чем малышам. Мягкая игрушка, издающая белый шум, усыпляет ребенка в считанные минуты. Хотя после такого забега они все равно будут спать без задних ног. Анжела Брик, Влад Колупаев. Главные новости Екатеринбурга.